Фу, всем привет! Привет подписчикам канала, привет тем, кто случайно зашел на огонек. Время 9:25, пока машина перегревается, потому что тут до трассы еще ехать. Но тут до трассы еще вот такая вот дорога. Решил записать, чтобы не болтало, машину не колебало. Вот. Здесь отъезжаю с рыбалки. Собрался, еду домой. Рыбалкой доволен. Рыбалка сейчас маленько такая напугала сначала. Вот, рыба как бы не ловилась. Совершенно днем поймали по одной штучке. Я, дядь Саша и Дима. Вот. У Димы на 620 грамм карась первый попался. У меня такой троечок с половиной. У дядь Саши такой четверик. И все, и опять, и тишина. И они уехали домой. А я решил Зорьку еще посидеть. И вот потихоньку они только уехали. У меня начались поклевочки и начало ловиться. Вот. Ну вот, вроде все рассказал. Вроде все поздоровался со всеми. А то с прошлой рыбалки на Налима так думал, ну записать надо начало. Ну такая вот рыбалка, один налимчик, второй налимчик, вот такой синький вообще, и подлещик. И все, и мы уехали. Ролик вы видели, кто не видел, можете посмотреть. А можете не смотреть, потому что смотреть нечего. Совершенно. Ну тут вот постараюсь что-нибудь это самое. Все, я поехал потихоньку в сторону дома. А вы смотрите ролик. Сейчас попьется водички. Посмотрим. Может, добавим еще водички. Настаивается. Кофейку попить. Он прям камышину тащит в эту. Ну, нет, так он у меня так в камыше стоит. Просто его крутит туда-сюда, сука. Он здесь клюет этот. Прям вообще без разговора так просто. Хлоп, выложил. Да. Я тебе говорю, что это самое. Он и ходил, что ли? Он это и ходил. Вот это лопаточек. Да, вот это и красавчик. Сколько тут? 20 сантиметров? 40 сантиметров? А смотришь, можно брать или нет, или отпустить? Красивый, красивый какой, да? У него морда, он по нему получал, наверное. Да-да-да, да, по нему и получал. Ну-ка, возьми его в руки. Да, когда-то в детстве он это самое, губы оторвали. Так и смотри, сколько он вырос до каких размеров. Дима, подожди, так, где у меня фотоаппарат? Сейчас я ему по скайпу скажу, как ты добрался до своих мысов или еще Да-да-да. Да он прям, я говорю, а он его и крутил, поплавок круг. А потом смотрю, камышина даже это туда поползла, ну попал. Полезно колотить или как, или попла. Перезабросится. Так, вот дальше забросил, подматываю, чтобы сюда в окошечко. 6 метров надо удочку здесь, 5-метровка вот не дотягивается до края, до границы. Вот так вот. И когда ложишь, леска получается может цеплять камыш, вот еще плохо. Здесь 6-метровка нужна. Но он же не клевал. Я хотел переброситься. Ну, блин, ну, так же нехорошо. Ну ты чё, друг? Сердешный. А ты отдай, что за пасть у тебя такая. Ой, ничего тут, прям такие эти самые, чуть ли не набрал. Так, подожди, надо вытащить сапог, меня засосало чуток. Ну, как-то неинтересно так получилось. Решил переброситься, а он там сидит. И такой небольшенький троечок.
даже не 4, не четверик. Вот так вот оставить. Перловочку. Перловочкой закрыть. Сейчас заброшу подальше и подтяну. Подтяну к стенке камыша. Вот эта сорока уже час. Где-то, наверное, ну, минут 40, наверное, точно. На той стороне сидит наверху, кричит, крылышками машет, внимание к себе привлекает. Ну, весна, по-видимому, о, улетела. А вот снизу, вот здесь под деревом, сидела другая сорока. И она к ней прям так это обращалась, внимание привлекала. Весна, свадьба у них тут. Народ начал собираться после рабочего дня. Собака. Не, ну он же притопил его, а? У меня вот так вот был. Ну, почти. Не-не, этот больше моего. В два раза длиннее. Да. Ага, не говори, каждая поклевка на вес золота точно. Так. Обновил я червяка. Насадил хорошим пучком. Забросил. Хотел Тамаре Александровне позвонить. Спросить, как у нее дела. Пожаловаться на свои бесклевные дела. И он меня тут клюнул. Так. Ну ладно. Там тоже что-то с ума сходит, по-моему. Две удочки у меня стоит. Вот так вот забрасываю далеко. А потом вот так подматываю. Подвожу к стеночке камыша прям. Вот здесь вот. Вот так вот. И получается, что на... Опа! Сразу же. Ну давай. Ну давай. Так, выводить. Выводить. Так. Там что-то запуталось у меня. Карась запутался за траву. Вот это уже хуже. Вот это уже хуже. Опа. Выдернул я его. Выдернул. Так. Ну, сейчас мы его снимем. Опа. И брызгается. Повторим то же самое действие. Забрасываем подальше. Подматываем. Как раз вот к этому месту, где у нас рыба и ловилась. Вот так. Два подряд. По-видимому, на прикормку подошел карась. Потому что я туда засыпал прикормки пол тазика. Сейчас, может быть, еще чуть-чуть подброшу прикормки. Опа. Опа. Опа, 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 опа. Вот этот камыш уже плохо. Так. На нижний крючок берет. Три подряд. Три подряд. Но эту удочку можно убрать уж. На, как бы, закон будем соблюдать. Просто я закинул вторую, чтобы найти его тропу. Вот. Конечно, нарушил маленько. Вот. Ну, вот такой карась ловит. Ну, прилично, хороший карась. Что говорить? Что говорить, хороший карась. Хороший. Все, поправляем червяка, забрасываем так же, подтягиваем к стенке камыша и дальше. Ну ничего нет, чего вот снимать, сейчас пока не клюнет. На что, про что рассказать? Про тазика рассказать. Тазик на Вайлдберрисе. Этой зимой я вообще много чего там понакупал, ну такого, для выездов на природу. Думаю, блин, ну удобно месить
прикормку месить удобно. Он складывается, как говорится, ну, вы знаете, что он складывается. Стоит что-то там, то ли 240 рублей было. Ну, короче, зимой можно посмотреть, что там, как бы, цены вниз опускаются, где растут. Выбрал самый, это самый, самый дешевый по цене выбрал. Но он тоненький, не такие, как у нас дома круглые. Два тазика такие же есть. Но там пластмасса потолще. Все в экспрессе брали. А тут приходит, ну, тоненькая, но все равно. Места мало занимает, можно размешать прикормку. Удобно мешать прикормку. Вот. Ну и так помыть его, чтобы чистый был, можно было летом арбуз сюда порезать или там еще что-нибудь, там мясо с шашлыка. Ну, короче, вариантов много. Ну, это хорошая штука, удобная. Мне он сегодня, первый раз я его сегодня с днем замешивался, мне он понравился. Нормальный. Вот про этот, про Стасик рассказал. Что-нибудь до чего-нибудь дойдет очередь. Буду пользоваться, что купил. Расскажу еще про что-нибудь. Там взял и от комаров эти. Ну, короче, много чего сейчас вспоминать, бекать-мекать. Хоть это, хоть вот под вечер пошли-пошли. Дима с дядей Сашей уехали. Я остался. Выхватил. Только уехали, говорю, сейчас клюнет. А я говорю, ага, клюнет. За целый день еле-еле по одному на троих. Тут раз-раз как-то подошел. Ну, вчера клев хороший был. Он мне звонил. Вот, пока рассказывал, три карася поймал. Оля поймала, пока мы с ним по телефону, по видеосвязи разговаривали. Я так-то думал, что здесь, ну все, весна пришла, Эльдорадо. Карась проснулся. Нифига он не проснулся. Нифига. Кусты стоят, ничего не шевелится. Не ходит, не это самое. Просто вчера был день такой хороший. Вот, до этого он приезжал с сынишкой. Вот, тоже клев никакущий был, ничего не поймали. И вот второй раз он приехал, половил вчера. И сегодня вот приехали мы за весь день по одному карасику. Ну вот сейчас у меня выстрелило тут. Сейчас опять тишина, сейчас перезаброситься надо. Или ждать опять, когда он подойдет. Ну, еще вот стена камыша эта, выводить, он лезет в камыш. Надо его бы активно выводить, чтобы не давать ему уйти. А боишься, что сорвется. Ой, короче, нервотрепка. Сердечко так это выскакивает. Ну, пока вот, ну я все. Если бы я вот сейчас не поймал бы, вот, что я показал вам, ну, я был бы расстроен, а так нормально. Уже настроение хорошее. Много-то не надо рыбы, так. Удовольствие получить. Чтоб получилось половить, а не пустым. Повел. Куда повел аж? Куда аж повел? Опа, сорвался. Вот тебе и съемки. Ждал, чтобы красиво получилось заснять. Мог бы я его и раньше еще подсечь. Но он, видать, это... Может, трава там, потому что как бы уперся. Уперся он в травичку. Так, заброс подальше. И сейчас вот так подмотаем. Подкрутим его к месту, к этому. Вот сюда аккуратненько, потому что так забросить сложновато через эту самую камышины эти. Ну, так клюк-клюк раз повел. Думаю, ладно, сейчас камеру включу. А он получилось, что сорвался. Ну, тяжеленький был тоже хороший. И главное, не в камыши пошел, а на чистую воду пошел. Все, солнышко село, время 10 час, решил я закончить рыбалку. Садочек хороший, мелко выбросил, все, так, тут сколько рыбёхи у меня, хватит, не это самое, я думал хуже будет, что-то целый день световой просидели, вот к вечеру расклевалось. Потихоньку, помаленьку. Все. Нет, сейчас забросим сюда, в гараже высушим. Так, в гараже высушим. Так, по рыбе, что у нас тут по рыбе? Иди сюда. Ай. На жареху. Два. Три.
тут еще маму угощу. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. Все. 9 штук. Хотел посветить, но вроде так. И так пойдет. Видно. 9 штук. Так, это сюда. Это мы завяжем. На бантик и бросим машину. Ну все, всем пока, всем до новых встреч. Я домой. Бардак тут разберу потом. Завтра приду в гараж и все сложу. По-человечески разложу. Все.